А ты знаешь, какое сегодня число? 8. Короче, ребята, на связи Чандер и Ольмина. Здравствуйте. Undead Horde 2 вышел в релиз. Ну, вернее, он в раннем доступе, да, но появилась в Стиме даже официальная дата выхода, то, что вот, 8 число. Это видео выйдет, скорее всего, где-то 11 плюс-минус, да. Но в целом игра уже вышла. Мы можем продолжить старое сохранение и можем продолжать именно в нее играть. То есть она уже. Так, куда нам тогда двигаться? Здесь у нас что-то... Ладно, я надеялся просто приблизить, не получилось. Погодите, верните меня обратно. Здесь у нас... А, вот, если сундук показывается, да, то есть мы здесь секреты нашли. Да. Отлично. Там остались еще. Отлично. Погнали тогда сюда. Поехали. Будем зачищать новые локации, будем собирать секретики, понятное дело. Тут у нас кобольды, которые крокодилы. Так, пробел отправить в атаку. У нас там есть толстый зомби, который не пролезает вперед. И он пока живой. Брали мы ему регенерацию, не помнишь? Да много ему, по-моему, чего брали. Мы, не брали. Мы увеличивали здоровье. Но регенерацию мы ему не брали. Он потому что вещь не восстанавливается. Но он жесткий. Прям реально жесткий. У него много хрипяшек. Так, лучники пока живут. Я просто думаю, можно чуть ли не перестроить вообще наш билд. Для того, чтобы у нас был танк в виде зомби и лучники. Что вполне логично. Ну, посмотрим. Я видел, что там ввели всадников, в частности. Угу, с мертвыми конями. Это уже интересно. Так, следуйте за мной. Здесь мы с другой стороны должны собрать. Ладно. А я не дострельну ли посохом? Ну, так чисто из любопытства. Дострельну, конечно. Чуть ли не из рук в руки передаю. Так, это башня? Это башня. С башнями надо быть аккуратным. Надо сначала лагерь зачистить. Они задушат, потому что иначе... Восстаньте! Кстати, сбивать меня могут каст восстания. Зомби пропал. Что примечательно. Надо поднять зомби. А как? А вот так. Ого, кстати. Всех размотали. Всех размотали. Это неприятно. Понял. А где-нибудь побольше трупов есть? Ну, тут лежит. Ну, такое. Пятерочка. Ладно, давай соберем вот здесь. 5 зомби. 5 зомби есть. Ну и лучников тогда еще. И лучников. Попробуем новый билдец. Поглядим, как оно получится. Зомби есть, пучники есть. Давай еще пару вот этих соберем. Сейчас тоже. Да. Надо здание ломать. Надо. Очень надо. Они, думаете, появляются. Регенерацию зомби надо будет все-таки взять. Они жесткие так. Их дофига. Их просто нереальное количество. Из-за этого. Кстати, их правда настолько много, что они всех разваляли. Я успею здесь поднять? Успел поднять. Обычных хотя бы. Солдатиков. Да. А их просто много сейчас придет. Кстати, пока ты ломаешь, она не строится. Видишь, там эти юниты не строятся. Попробую контролить. Кстати! А кстати, это работает, да. Маны не хватает, зараза. Они не успеют выйти, тем не менее. Уже да. Так, мне нужно еще. Восстаньте. А вот мана же. Все, пошел. Так, зомби. В атаку. Зомбари так-то живут, но такое.
Как они начинают умирать, так они начинают умирать вообще сильно. Все, встаньте, лучники, пусть хотя бы дамажат. У меня дамажные пехотинцы. Я и думал, что кроме пехотинцев мне особо-то ничего не потребуется. А, потребуется, оказалось. Пехотинцев надо поднять. Слушай, их прям фигарят очень сильно эти кобольды. Они масухой бьют. Угу. Да вы-то откуда? Тут маги вообще какие-то. Вот эти вот маги бьют масухой. Out of mana. Так, у меня последний шанс использован был. Я уже умираю. Надо здание сносить, мужики. Они сражаются. Они сражаются под башней. Молодцы какие. Угу. Все, пусть они фигарят ту. Я буду бить здесь. Щит последнего шанса и не перезаряжается. Мы вернемся. Так, мы впервые погибли полностью. Это интересно. До этого у нас такого не было. Это прикольно. Хорошо. Все очень плохо, если честно. I will be back. Ой, а что, ачивки? Да. Ачивки и были здесь. Были. Они были. Так, в первый раз мы это сделали. Больше никого у нас нету, да и бабок у нас нету восстановить. Что по прокачке? Давай посмотрим. Это у нас увеличенный тебе урон. Мне в другой домик надо. Для зомби. Мне в этот домик надо. Увеличивает хитпоинты юнитов. Скелетоны-арчеры отравляют в целом неплохо. Плюс рейндж. Рейндж это слабо. Юнит. Command cost. Минус один. Это плохо. Зомби-домик это где? Вот этот? Вот этот. Так, если в зомби-домик. Надо в отхил пойти. У меня черепов нету, да? Ты можешь что снять первым. Я могу здесь что-нибудь снять. Или здесь, да. Так. Это от стрел защита. Давай попробуем все-таки забрать вот это и забрать вот это. Сыграем сейчас через зомби плюс лучников. Чисто потестируем, как оно сработает, не сработает. Зомби на 100% больше урона против зданий взяли. А оно не работает, потому что нам не дают это делать. Нам нужно ХП, чтобы восстанавливали. За каждую использованную ману. Ну, давай возьмем. Давай. Это мы откроем, возьмем. Здесь что? Damage area. То есть они по области будут фигарить. Шикарно. Все, damage... мы зафигарили зомби максимально сейчас. Пробили зомби. И плюс у нас будут лучники. Теперь нужно их поднять. Нужно поднять. Так. 2, 3, 4, 5, 6, 7 зомби. И на остальное лучников. Сколько получится. Все, по большей части у нас зомби. Потому что они по области бьют и так далее. Это вообще классные ребята. Но нас впервые прям убили-убили. Угу. Такой себе зомби-танк, согласен. Никакого агро, оппозиционка игры просто ужас. Эдда. Так, ну они должны бить масухой, пока нас противник бьет масухой. Я потратил ману, они должны отрегениться. Может, он отрегенился, поэтому не умер. Может, он отрегенился. Хотя отрегенится, я видела. Ручки пошли. Так, это ману мы взяли. Но не только за ману, да? Кто-то умер. Да, кстати. За ману, кстати. Умер этих... зомби именно. Давай лучников поднимем. Нужно как можно больше дамага. Очень жестко бьют огненные ребята. Прям очень жестко. Ну, некрополис. Ага. За честь и отвагу. Не забывай тратить ману. Пока не нужно. Там один труп. Почти.
Один труп, почти труп. Да, вот теперь труп. Теперь труп. Опять так много. Тут их очень много. Хотя ультра домики, много. Домики сломаны. А домики-то сломанные. Откуда они? Из других зон пришли? Вот хороший вопрос. Много зомби. Я пытаюсь нравится. Лечить. Поднимаю зомби. И лучик. Одного поместить, по-моему, лучик. Нам нужно пробивать здание. Да. Денежка. Ну, или мана. Это мана. Это мана, мана. Там еще есть один сверху. Они с других частей приходят. Да, тут очень жесткая тема. И красиво. Нам надо пробить здание. Пока мы не пробьем здание, мы ничего не Но сможем они не сделать. Они не доходят до этого здания, потому что им мешают. Все, поднимаем еще зомбарей. Поднимем потом лучников. Нам нужно пробить вот именно... Ох, а бьют-то... Если бьют, то бьют обалденно. Они что-то не хотят бить. Они не хотят бить. Поставим Ого. Тогда рядышком. Пробивают жестко. Надо смотреть, как по контролю все будет работать у нас. Атакуйте, пожалуйста. Спасибо. Там стрелки. Там еще много куда можно пройти. Здесь меня раздражали, ребятки. Не буду тебя раздражать. Ого, кританул. Опоздание. Все, пусть они дерутся. Они за это бонус получают. Отхиляю немножко. О, уровень. Левел 5, хорошо. Маги бьют масухой, за счет чего я погибаю. Стоит. Я именно погибаю. Ну, а мы где? Кстати, сверху... Затабаться можно. Сверху, слева колодец. Став Пауа. Опять-таки, Став Паву берем. Мы всегда берем Став Паву, правильно? По-моему, да. Пусть Став Пава у нас да. и будет. Чуз. Вот в той стороне колодец. Нужно похилиться. Угу. Здрасте. Спасибо. Они за тобой не идут. Идут. Теперь идут. Надо там сразу открыть. Ух Ого. Ты ж, блин. Ух ты ж, блин. Ты в лагерь пришел? Да. Надо вот это снести срочно. Угу. Готово. Чтобы было нам куда отступать, в случае чего. Угу. Сюда напасть. Что там по зомбям? Уже очень много нужно поднимать. Против здания у них бонус. Поэтому по-хорошему они должны фигачить сейчас эту штуку. Они фигачат. Фигачи. Будем честны, они фигачат. Хорошо. В атакуйте. Сколько я могу их поднять? 4 даже могу поднять. Они фигачат. Хорошо, нужен контроль лучше. Плохо контролю пока. Буду контролить лучше, будет лучше. Какая-то крипта. Крипта. Угу. Так, погодьки. Нам тогда нужно пробивать этих ребят. Поехали. Магов можешь откидывать. Не, нафиг их. Я лучше вот так сделаю. Это важней. Ножичек. Они, кстати, Ой. Всех разбили. Мне кажется, пока тебя нету. Они лучше они дерутся. Лучше сражаются. Да. Плохо дерутся, когда на них смотришь, я понял. Так, лучников тоже по... А, там или... два здания снизу, одно здание лучников. У меня чисто зомби. Чисто на зомбях играем. Чисто там зомбя. Там здания остались. Там много два здания. Зданий. Там снизу одно здание есть. Погнали на два сначала. Ух ты ж, ты уверен? Уже нет. Был уверен, пока не пришел сюда. Все, атакуйте в атакеры. Умирают в атакеры. Погибают. Жестко умирают. Нужно больше зомбей. Самое главное, лишить их притока. У нас-то приток будет, наверное. Если ты пройдешь аккуратно. Пройду, пройду.
Идем снова. Чинится! Обалдеть. Все, атакуйте. Сейчас они задавят. Чисто на сплэшах. Надеюсь. Поднимай, кого можешь. Надо. Всех, кого могу. Все. Так, это порядок. Ну, жестко. Это мана. Мало маны. Я думал, мне каждое восстанавливает дофига прям. Не-не-не, ты чё? Не, я тебя на полном серьезе, я даже не обращал внимания на это. Очень мало восстанавливает. Я ж почему так скромно-то и ковырякаю? Ага. Погнали! Не, ну, кстати, отхил за счет маны, это прикольно. То есть я раз и выхилил всех зомбей. Еще бы больше было. Еще бы больше, да. Ну, все, они всех отковыряли почти. Зомби мне нравятся. Ну, сплэша. Нужна сплэша плюс отхил. Возьми сундук. Раз мы тут. Ну, вообще, тебе даже проценты не отправили. Что-то мы взяли. Квестовая какая-то книжка. Индекс некроманта. Индекс. Индекс. Ну, знаешь, когда это на конвертах пишут индекс. Да. Угу. Это вот он. Да, посмотри. Так, это не секретка ли? Нет, мы тут были же. Я понимал, но здесь просто какой-то квадратик такой. Секретка же должна же быть где-то. Ну, тут еще много, смотри, мест мы еще внизу не были. Внизу-то не были. Ну, а секретка где? Может, внизу. Они здесь? Мы тут были. И тем не менее. Ладно, побежали вниз. Привет, привет, кто подсоединяется. Всем добро пожаловать. Как дела-то у вас, рассказывать? Есть крипта. Можно попробовать в крипту еще. Слушай, давай в крипту войдем, может там телепорт можно активировать. Пойдем. Пойдем. Тут и секрет есть. Так, дайте нам телепортацион. Ого, в самом конце. Что-то жестко. Толпа какая-то, при этом здания нет. Не просто толпа, ты смотри, как нас разносит. Ага, надо поднимать. Встаньте и идите! Не, ну зомби здесь хорошо застушевали. Зданий нет, значит это чисто такое... Типа данжа. Угу. Угу. Это пособирали. Секрет, где может быть секрет? Вот этот? Ну смотри, много мета есть. Там еще какое-то выделенное. Да, какая-то выделенная зона. Так, можно пить до усрачки. Это не секрет, это обычный сундук. Ну, сундук, да. Все равно. Денежка. Ну это данж, ребят, первый данж. Интересно. Данжа я в этой игре не ожидал. Разнообразие. Ой, а хорошо, кстати, бью посохом. Урона много. Надо поднять их на бока. Можно, в принципе, и так сделать. И полечить, и поднять надо, да. Может, еще полечим? Что это? Это надгробие. Это же косточка. Оттуда можно поднять кого-нибудь. Это, да, если да, 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 точно, точно, слушай. Это реально мои воины остались на месте? Мертвые? Нет, живые. Ну как бы мертвые, но живые. Видимо. Да. Они застряв. Дебилы. Ну они же зомби. У зомбарей и бангов-то нет. Я не ожидал, что они будут себя вести как люди. Ой, а почему мы с мертвыми сражаемся? Это... Да как они посмели мертвые, против которые... короля лича выступить? Нарушает кодекс. Подними три штуки, аж поднимать надо. Мертвые сильнее живых. Ну что, вполне логично. Живых мертвецов? Нет, имеется в виду мертвые сильнее, чем те, кого мы убили до этого.
Все, жизнь уничтожена, говорит. Так, может, дальше пройдем? Конечно, и там пройдем. Телепорты какая-то. Конечно, штука пройдем. И сундук еще. Телепорт. Оно закрыто. Ну, закрыто. Все, телепорт мы активировали. А, не, открыто. Это я понял. Сейчас вот это, да, толпа. Дэй. Ты хоть своих подзови. Угу. Не тот. О! А? Ну, не так уж и много их там. Ну, там это эти призываешь. Ну и хорошо. Больше опыта. Ой, подожди, 13. Оу, то есть я, может быть, что-то лишнее нажал? Не-не-не, там цифра 13. Я понимал. И тут 1, 2, 4, 8. А-а-а, то есть мне... Ох ты ж, ёлки-палки. 8, 2, 1. И не будет ничего. Это 4, 8, 1. Это 8, 4, 1, чтобы было 13. Квест, это посчитать надо. Да-да. Ну, прикольно, прикольно, ребят. Не, на полном серьезе. Еще то есть это без какого-то подстеба, это классно, что а дверь открывается? Дверь не открывается. Почему the не gate открывается? Is locked. Что-то найти, сломать? It's locked already. О, ты что-то сделал? Видимо, что-то найти, сломать. Ой, там... Пейте сразу, мужики. Возможно, там появится супер какой-то мод, нет? Ну, похоже очень сильно. Если что, можно... Ой, можно прям с могилок, да. Прикольно. Правда, они пропали? Они пропали. Да, ачивочка. Ачивочка. Так, какую-то проклятую штуку мы нашли. Ой, а что за... Чего? Это у нас было? Где? Вторые снизу после оружия. И где вот что это? Нет, вот это мы как раз и нашли. А что да. Там? Интересно. Я не ну-ка. Знаю. И инвентарь. Так, это квестовое задание. Это квестовое. Кстати, надо будет потом включить елку. Stuff of Confusion. У нас что? Skeleton Unit Damage плюс 3. У нас сейчас не Skeleton Unit, но у нас сильный дамаг так-то способ идет. Это жестко. Сам сказал, у тебя голда дропается, поэтому фиг ты поменяешь. Вот, это coin loot, конечно. Нам обязательно нужен coin loot. Стоп! Дает 23 маны за каждого юнита. А я могу вот сюда поставить, как дополнительно? Вот это может поставить, можно поставить эту штуку. Вот эту штуку? Да, что она вообще? Так, маленькая статуя, свечки в некрополис. Верните это... Это, короче, надо... Мы сможем открыть, меня. Да. Нужно вернуть это, и мы что-то откроем. Так, погоди. Это скипетр каких-то лучников. Мана регенерирует быстрее. Призывает 5 бесплатных лучников. Живут они 24,5 секунды. А что я сюда вставить ничего не могу? Потому что это квестовые... А что вот это, вот я не знаю. Это просто предмет. Не знаю. А, это можно продать прямо здесь, угу. Кстати. Прикольно. Да, я, конечно же. Плюс деньги. Деньги же нам нужны? Конечно. Все, это мы все продаем. Вот это я бы, если честно, как бы это бы. Coin loot плюс 2%. У нас тоже coin loot плюс 2%. Здесь DPS 216, у нас DPS 68. Угу. Ну, это одного противника, правда, фигарить будем. Да? Вроде бы. Сейчас попробуем. Где я? Ты в углу. Вот он я. Хотя вроде бы нет. Не похоже, что одного. Не похоже, что одного. И это как бы денежки. Все, ребят, денежки у нас тоже будут идти, поэтому можем смело продавать. Пока. Ну, пока оставим, да. Мне интересен этот, нужен 6-й уровень. Угу. А что я потеряю? Skeleton Unit Damage? Да плевать, у меня тут будет мана реген. Ну, правда, я вместо этого буду... Ну, скелетов буду дополнительных призывать, и чё? Правильно? Mm-hmm. Вот это вот продаем. Все, нас это устраивает. Вот эти вещи мы пока оставим, посмотрим, что с ними будет. Выходим из скрипта. Может, вернуться
Куда? В город. Куда ты? В город предлагаешь прямо и посмотреть, куда это? Давай. Быстро, кстати, загружается. Угу. Очень быстро загружается игра, это приятно. Вот, там две стрелочки есть. Вот, сюда можно поджечь, смотри. И мы что-то сделали. Что мы сделали? Что-то мы сделали. Просто подожгли? Все? Ну, подожгли свечку, да. Свечку поставили за наших ребяток-то. Ой, как отлично. За упокой наших ребят. Видимо. Ой, спасибо. Теперь магические книги ты можешь покупать. Прекрасно. 2000 XP это хорошо. Так. Так, гравировать черепа. Теперь мы можем. Нашли, короче, какое-то утерянное искусство гравировки черепа. Неплохо, да? Mm-hmm. Так. Дальше у нас что? Так, ему, в общем, нужно еще этот... кинжал теперь какой-то принести для того, чтобы увеличить количество товаров. При всем при этом товары мы у него закупить нифига не можем, потому что он постоянно болтает. Так, и что дает 10 маны, когда ваш удар... Когда вы бьете противника, за каждый удар дает 10 маны. Прикольно. Кстати, действительно интересная тема. Так, а для лефт-хенда? Здесь ничего интересного, да? Книжки! Книжки. Вот, можем книжку вставить. Специфическая тема. Потому что увеличивает нашу армию в два раза, угу. Но при всем при этом уменьшает эффективность в два раза. Такое. Угу. Забавно. Но давай мы вот этот, more experience. More experience нам точно нужен. А, стоп. У нас, между прочим, есть индекс некроманта. А, он с нами остался? Да, он с нами остался. Мы снижаем перезарядку. Угу. Кому? Ну, я бы лучше опыта больше качал. Серьезно. Кому мы снижаем перезарядку? И. Все. Тогда что вы? Я оставлю индекс некроманта, поскольку он есть. Но в целом у нас теперь книжка есть. А еще знаешь, что у нас есть? Бустеры. Вернее, не что, а кто? Дорогие наши замечательные, потрясающие, великолепные бустеры, благодаря которым-то, собственно, на канале и выходят у нас видосы. Присоединиться к их числу, вступить в семью можно по ссылочке в описании. Ссылка на бустер. Быстро все проговорил.